преданий и мифов на свете не счесть, и с этим мы спорить не будем. Но среди всех сказаний есть о сестрах, вершителях судеб. Из нитей золотых плетут полотно, людские пути направляя. Кому как на свете прожить суждено, об участи нашей решая. Да, травы не те уж на этой земле. И что с человечеством стало? Куда ни взгляни, кругом деньги везде. Бумажек им этих все мало. Все думают лишь, как набить свой карман. Довольно и прибыль считают. Кругом одна ложь, жестокий обман, а свет и добро пропадает. Ну вот, например, хоть природу возьмите, она же бедняжка кричит: помогите! Прогресс хорошо, только кажется мне, что жить больше негде на этой земле. Лишь мусор и грязь. Ну а дальше что будет? Задумайтесь, люди! Задумайтесь! Люди, что толку орать, раз не слышу наш крик? Ты думаешь, беды исчезнут все вмиг? Да, честность и труд уж не модны совсем. Да вы хоть сюда посмотрите. В кувшине с идеями мыслей полно. Хорошего только не ждите. Ну что там? Ну как вам сказать? Поверьте, намного вы лучше не знать. Здесь жалоба тоже. Здесь денег давай. А здесь про айподы машину. На свете ведь 7 миллиардов людей. А вижу всю ту же картину. Все, хватит с меня, с основания времен за миром мы здесь наблюдаем. Но люди забыли об этих вещах. Мы что здесь, в игрушки играем? Покойте вещички, на землю идем. Я лично проверить желаю, как много на свете осталось добра. И жизни людей поменяем. А, да, биту возьмите. А бита зачем? Ты спортом решила заняться. Глаза-то разуй, где спорт, а где я. Мы будем там ей защищаться.